Вот здесь этот подъезд, да, поставил машину. Иду вот к этой моей родной двери. Дверь открывается. Вот держит. Видишь, сзади один. Ладно, тебя показывать не буду. Заходим. Делаем в это время. Сзади. Ну-ка, катай. Раз. Я ее вижу. Дверь, ну сейчас не захлопывать света не будет. В это время захлапывается. Я понимаю, что сзади противник. Одеваться здесь вообще некуда. Там, ну это уже последствия взрыва. Так, сейчас человек пройдет. Вот, все понятно, что тут, конечно, порвало и там. Ну все, 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 все полностью. Ну понятно, закрытое помещение, да, взрыв. Все. Я ломлюсь туда. Ну, вот это преодолевается, понятно, что все вот это доли секунды и отсюда прыгаю. А, так вот так оно и вышло. Потому что я думаю, почему я так не мог. Я прыгаю. Чуть-чуть, да, вот так вот влево и качусь, перекатываю. Вжух. И уже за пределами взрывной волны получается. И остается только когда я падаю. Я прикрываюсь этим карематом, считай. Ноги, коленки. Перекатываюсь, чтобы быстрее. Ну и все, что видим, мы осколки. И понятно, что потолок проходит, задевает каремат. Но я фотографировал там дырки в каремате. Вот основное место. Понятно, что здесь все завалилось, забрушилось. Вот такое произошло событие.